И снова рецепт из кабачков. Всем привет, дорогие друзья, снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим очень просто, легко и очень полезно. Готовим вместе со мной. Поехали. Давайте я быстренько вам покажу ингредиенты, которые нам понадобятся, и расскажу, что мы сегодня будем готовить. Готовить мы сегодня будем кабачковую икру, очень вкусную, очень полезную. Для этого нам понадобится 2 средних кабачка, 1 луковица средняя, перец болгарский, 2 зубчика чеснока, можно взять даже больше, чтобы сделать более пикантную нашу икру кабачковую. Также понадобится 1 крупная морковка, соль, черный перец и чуть-чуть подсолнечного масла. У кабачка отрезаем все лишнее и нарезаем крупно. Морковку также нарезаем крупно. Лук также крупно. Как вы поняли, все нарезается крупно, очень крупно. Теперь берем рукав или термопакет и отправляем все наши овощи в пакет. Чеснок также у нас входит в пакет. Обязательно нужно присолить. Потом в конце мы еще раз подсолим уже по вкусу и слегка приперчим. Опять же на любителя количество черного перца. И буквально 2 столовые ложки подсолнечного масла. Все, завязан наш термопакет. И хорошенечко перемешаем. Все, поставил на противень. Теперь отправляем в духовочку. Буду выпекать при температуре 180 градусов примерно около часа. Все, наши овощи готовы, час прошел, этого достаточно, чтобы испеклись наши овощи, и перекладываем в отдельную миску, где раздробим блендером. У нас здесь есть немного жидкости, оставляем ее, скажем так, в рукаве, в пакете. Я буду использовать блендер, можно использовать мясорубки, если у вас нет блендера. Все, дробим наши овощи. Попробовал на соль, мне не хватает соли. Добавляю еще немного соли. Ну что, давайте попробуем. Супер, ребят.
Ну что, друзья, если вам понравилось, обязательно ставим лайк, подписываемся и делимся с друзьями. Да, Тигр? Кто-то хочет играть. Всем пока-пока.